Добрый день, друзья! Сегодня я, Любовь Абубок, хочу поговорить с вами на тему бизнеса в компании Энель. Первая встреча, тема сегодняшнего нашего с вами разговора. Самое дорогое, что у нас есть, это время. Поэтому в правом верхнем углу есть шестеренка, нажмите ее, пожалуйста, и увеличьте скорость разговорной моей речи, насколько вам будет это комфортно. Вы так сократите время просмотра своего, но получите всю информацию. Когда мы заходим в компанию, нас поддерживают наставники, нас поддерживают, есть у нас нутрициологи, диетологи, врачи. По всем вопросам можно к ним обращаться. И у нас есть марафоны стройности, марафоны детокс. И они тоже сопровождаются специалистами. Есть чаты, на которые совместные. И поэтому всегда можно задавать вопросы. Всегда, если что-то непонятно, можно узнать, посоветоваться. Вкратце еще хочу рассказать о компании. О компании Энель. Но те люди, которые приходят уже на первую встречу, они все-таки немножко знают о компании. Наша компания находится в Новосибирске. Это российская компания. Она работает на рынке уже 23 года. Эта компания международная, и продает она свою продукцию не только в России, а в нескольких странах зарубежных. Я являюсь партнером компании Энель и рассказываю вам о том, как зайти в этот бизнес и быть в этой компании, и составлять свою структуру, и заниматься своим бизнесом, который уже готов, здесь уже все есть. Не нужно затрачивать силы на приобретение продукции, на здания, в которые все это размещать. Не нужно иметь продавцов, которым платить зарплату. Не нужно платить за доставку товара. Все это делает компания. Поэтому, если кто в курсе, что такое бизнес, тот меня поймет, какой плюс здесь огромнейший в этом отношении, что все здесь есть, только вот бери продукт. Как я уже говорила, что компания рекламирует с помощью нас, которые люди, которые используют это, пользуются этим продуктом, которые покупают его, которые распространяют о нем информацию, которые уже попробовали ее, получили результат, им понравилось, и они хотят, чтобы окружающие люди тоже пользовались этой продукцией. Пользовались этой продукцией, приглашали своих людей. А так, если будет у нас это превращаться в структуру, то мы будем и пользоваться продуктом, и распространять этот продукт, и получать за это зарплату. Это будет уже бизнес, когда мы будем предлагать его людям. В структуре, например, моих наставников 1000 человек. А нам с вами нужно, конечно, начинать с 3-5 человек. Я сейчас вам расскажу очень понятную схему, и вы поймете, что из команды из 5 человек, которых вы можете найти в своем окружении, тоже может начать бизнес. И можно выйти на приличный доход 200 тысяч рублей. Бизнес этот прозрачный. Если у вас больше 50 тысяч рублей получается доход, то вы будете становиться в налоговую, что типа пирамида.
Пирамида – это когда вы свои деньги относите, и они уходят в известном направлении. Здесь же вы начинаете, покупаете продукт или, например, косметические средства, которые, кстати, производство Кореи, или домашнее, для домашнего употребления. Ну, конечно, лучше продукты и питания, и продукты для здоровья. Вы начинаете свой бизнес, пока купите, допустим, для себя стартовый набор, который стоит всего 5250 или 5280 рублей. Вы заходите в бизнес и начинаете это предлагать, делать предложение. А продукт, конечно, можно и употребить для себя, можно его и распространить, можно подарить. Это как вы захотите. Вот с этого начинается наш бизнес. По-моему, очень небольшие затраты. Очень небольшие. Тем более эти затраты идут не в никуда, а идут в себя. Это вкладываем в себя, в свое здоровье, в свое питание. Питание не абы какое, а питание полезное, витаминизированное. Так что мы совершенно, абсолютно ничего не теряем. Абсолютно. Никаких денег, никаких ни вложений не делаем сумасшедших, которые потом нужно вытаскивать годами. Поэтому подумайте.